Всем привет, дорогие друзья, с вами Демон Крафт. И перед тем, как начать, хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом. Пусть в Новом Году все ваши мечты будут исполнены, и сам год пройдет достаточно успешно и хорошо. А мы начинаем наш новогодний подкаст. Для начала давайте подведем итоги этого года. В начале этого года у меня на канале было около 300 подписчиков, а сейчас на канале у меня 1362 подписчика, почти 1500. Если мы округлим, то за год набралось 1200 подписчиков. Это для меня просто гигантская цифра, которую я просто не мог себе представить. Конечно, многие скажут, типа, это не так уж и много, но для меня эта цифра достаточно большая. Спасибо всем тем, кто подписывается и смотрит. А теперь давайте поговорим о проектах. Начнем с первого, самого, наверное, забытого проекта. Кровавый Ворон. Да, даже некоторые друзья спрашивают, типа, где он. Но этот проект временно заморожен, потому что я его пересмотрел и понял, что он не такого качества, которого бы мне хотелось. И мне бы хотелось сделать какой-то ремейк, но в связи с некоторыми проблемами это сложно, потому что мы-то с SST снимаем полгода 4 серии, а там целых 6 сезонов. Поэтому мы бы за это время сняли бы только предысторию. И все. Может быть, выйдет продолжение, ну вот, Хроники Фреда после SST. Но ничего обещать не могу. Ладно, поехали дальше. Мой новый проект, который появился только в этом году, SST. Пока это мой самый любимый и творческий проект на этом канале. Но проблема в том, что он снимается очень и очень сложно. Даже не сам монтаж занимает столько времени, сколько сама съемка. Потому что съемка у нас проходит очень трудно. Только представьте, монтаж-то я могу выделить 1-2 дня, чтобы все это смонтировать. А съемка мы снимаем только по воскресеньям. У каждого разные часовые пояса. И у нас только 1-2 часа на съемке. И кто-то не зайдет, у кого-то будут проблемы. С доступом к joycasino.com. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этой комнате отупел. Какая-то проблема со входом. Сложно, сложно снимать. Написание сценария, озвучка, монтаж. Несравнимость со съемкой. Потому что съемка — это ад просто для меня. Такой еще вопрос. Будет ли второй сезон SST? Тут, знаете, 50 на 50. Есть только один расклад, при котором он будет. Если он будет как продолжение, то не ждите, там будет все закончено. А если как предыстория, то есть более тщательно раскрытая предыстория персонажей, то вполне возможно, но ничего обещать не могу. Об этом можно будет говорить только уже после самой съемки SST. Ладно, поехали дальше. Возможно, будет новый проект, это туториалы по FL Studio, и планируется еще один гайд по Гаррис-моду. Нет, не четвертая часть машины. Мы просто достали эти вопросы. Это что-то новенькое, но по Гаррис-моду. Вот как-то так. А я думаю, на этом можно закончить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои вопросы. В следующем подкасте я буду на них отвечать. Всем пока.